Всем большой привет! Меня зовут Нюша, и сегодня я с дизайнерской посылкой от производителя красок LuxArt. Мне они прислали дизайнерскую посылку с новиночками. Первое, что мне хочется показать, это вот такие вообще совершенно сумасшедшие красоты краски. Называются они Royal Gold, и они такие хамелеоны. Кстати, еще прошу прощения за свои руки, я тут делала заливку жидким акрилом, и теперь у меня никак не стирается с маникюра вся эта краска. Я думала ее оттереть, потом видео снимать, но как-то слишком долго держится эта краска на моих ногтях, никак не могу ее смыть. Покажу, как выглядит эта красочка. В ней как бы два цвета, да, даже может больше. Она переливается как хамелеон. Здесь розовый с золотом. Можно попробовать ее на листочке. Листочек можно покрыть медиумом. Вместо медиума я использую моделирующий гель от LuxArt. LuxGel называется. Очень крутая штука. Очень часто ее использую не только в качестве медиума, еще можно использовать для создания текстуры, можно использовать для приклеивания топпингов, еще можно на него приклеивать объемные элементы, он уже их схватывает, и как бы эффект горячего клея только более надежный, да? На горячий пистолет уж клеить дело совсем ненадежное, а этот гель уже схватит, так схватит. Покроем один листочек и попробуем краску на нем. Этот гель довольно быстро сохнет, поэтому уже в принципе прошло буквально полминутки и все уже подсохло. Ну, если, конечно, тонким слоем наносить. И попробуем краску. Так она ложится. Эффект металлика. Вот, довольно плотным цветом она легла. И переливается здесь и золото, и розовые частички. В общем, круто-круто смотрится под разным углом, по-разному. Следующее, значит, у них называется золото-серое. Ну, на самом деле, золотые, как бы вот на первый взгляд, когда открываешь баночку, здесь нет ощущения того, что здесь есть золото. Такой какой-то крографит с серебром, но когда наносишь уже на работу, здесь появляется и золотой отлив в том числе. Насчет того, видно или нет на камеру, но вот вживую переливается очень круто. С одной стороны он черный, с другой стороны серебряный, с другой стороны жемчужный. Вообще очень круто смотрится. На самом деле там цветов намного больше, просто это самые такие новинки, хамелеоны мне прислали на пробу. Это такой фиолетовый с золотом. Сейчас скажу, как называется цвет. Золото жемчужное. Попробуем. О, ну вообще потрясающие переливы. Вот. Очень круто смотрится. Еще один цвет у меня есть, похож на предыдущий. Золото аметистовое, но такой более фиолетовый. Вот. Посмотрим. Вот он потемнее уже. Да, немножко другой оттенок, более темный. Вот так выглядит. Очень круто. За счет того, что мы покрыли медиумом, краски отлично как бы ложатся. Они не сразу впитываются. И их можно растушевать или наложить более плотным слоем. Следующее, что мне хотелось бы показать, это вот такие пигменты сухие. Я уже их тут тестила. Это золото. Переливается вот так вот. Как можно использовать пигменты, я сниму отдельное видео, так что заглядывайте, смотрите.
напоминает пигменты Prima. Их можно смешивать с акриловыми красками, миксовать их между собой, добавлять цвета, которые у вас есть, разнообразить можно очень сильно свою палитру с помощью этих пигментов. Желтый, так пропустила я вот такой перламутровый. Для тех, кто как бы любит жемчужные краски, просто добавил такой пигмент или, например, золото и получил из обычной краски уже металлик. Белый. Красный и черный. В общем, как их использовать, я сниму ролик, посмотрите, кому интересно. Еще синий. Он синий такой цвет, вообще прям такой какой-то аж неоновый. Очень яркий, очень красивый цвет. Еще что это? Вот такие цвета воска. Яркие, да, это красный, зеленый, голубой и розовый. Смотрите, какая консистенция у них. Они как такой крем. Их так прямо хочется наносить пальчиком. Вообще очень здорово. Цвет очень яркий. Они еще в себе как бы такую перламутровость несут, да. Вот можно его растушевывать прям сильно-сильно, от яркого до бледного цвета делать, особенно по покрытой медиумом поверхности. Вот, да, мы бледный получили, можно сделать по ярче. Еще одним слоем я прошлась, и получился более яркий цвет. Так, вот такой розовый. Он тоже идет с перламутриком. Выделяет текстуру какую-то, если вы делаете, допустим, такую черную микс-медиа, выделить текстуру и тоже добавить цвета. Просто потрясающая штука. Ничем не пахнет. Такой алый какой-то, да, цвет такой интересный, очень красный. Тоже растушевывается. Вот краешки я могу растушевать, как бы, и сделать границы, вот градиент границы более светлый. И самый такой крутой цвет — это вот такой золото-зеленый. Посмотрите, он какой внутри многогранный. У них в палитре красок есть такой цвет, тоже золото-зеленый, по-моему, он называется металлик. В себе имеет золотые частички. В принципе, можно даже эффект патины создавать. Вот он так ложится, как бы, да, в нем разные оттенки есть. Очень круто смотрится. Еще что из новинок — это вот такие топпинги. Хрустальный топпинг. Это как микробисер. Разные фракции частички помельче и покрупнее. Что можно делать с такими топпингами? Да, эти вот уже покрупнее частички. Их можно добавлять в текстурную пасту, если вам не принципиально прозрачность, допустим, да, можно в тот же 3D гель добавлять и делать текстуру уже более интересную. Эти топпинги я пробовала красить алкогольными чернилами, отлично себя вбирают и становятся уже другого цвета. Не просто прозрачные, а уже, например, если вы зеленый добавляете алкогольные чернила, то уже зеленоватый оттенок приобретают. В принципе, с ними тоже можно много чего придумать с топпингами. Ну, конечно, спреи. Спреи — это не новинка, просто не было у меня этих цветов. Очень хотелось перламутровые спреи. Перламутровость у них зашкаливающая. Просто вот сейчас мы можем проверить. Покрыла я еще медиум один листочек. Да, нужно хорошо встряхнуть. Там есть шарик. Ой. Да. Поближе надо. Вот такая насыщенность. Я один раз попшикала и уже вот что получила. Да, вот. Розовый. Значит, это цвет ультрамарин. Перламутровый. Так,
такой прям нежняшка-нежняшка такая. Для морских работ вообще такой цвет красивый. Зеленый, вот такой зеленый перламутровый. Все, хорошенечко размешали, можно спокойно пользоваться. Ох, какой красивый цвет, вообще потрясающий. Вот они смешиваются между собой тоже. Синий, перламутровый. Ух ты, какой яркий. Да, один пшик и уже такая яркость. Пульверизатор сам хороший, да, то есть у меня вот на столе нет брызг, брызги только на моей поверхности. Просто есть спреи, которые попшикаешь и в какую-то вообще совершенно неожиданную сторону они брызгают. У этих спреев очень качественный сам тюбик, то есть, да, смотрите, как бы ровным кругом ложится, очень здорово. Сейчас они подсохнут, и я вам покажу, стирается у них перламутр или нет. Пока они подсыхают, расскажу еще о том, что можно там приобрести. Я как бы не весь ассортимент показываю, просто от себя рекомендую. Это вот такой битумный воск черный, очень крутая штука. Я им столько всяких дел делаю, даже вот он весь такой у меня истыканный кистями. И можно тонировать края, можно делать светотени. Это вообще намного лучше, чем использовать черный акрил, например, да. Как бы подтемнить что-то, да, выделить там главный элемент на фоне фон уж. Тавтология получается, да, если вам нужно выделить главный элемент, как бы сделать его объемным, можно вот этот воск под ним как бы по границам растушевать, и будет уже круто очень. Так, еще есть спреи, да, у них просто как бы они без, так, это перламутровый желтый тоже я не попробовала, не показала. Посмотрим цвет какой, да, где вот тут более-менее. О, какой яркий, посмотрите, прям солнце-солнце, да. Вот он в тюбике яркий, и точно такой же получается на поверхности. Такую радугу мы сделали. Еще что, да, спреи, значит, простые есть спреи без всяких частиц. Спрей-краска, да, и есть тоже вот такие они. Интересные, сейчас покажу вам цвет. У меня есть баклажан, перламутровый называется. У него вместо перламутровых частиц такие металлизированные красные. Получается такой интересный эффект. Основа синяя, а вот эти частички красные. И очень интересный цвет. Вот так получилось. Сейчас посмотрим. После высыхания у него тоже он немножко как бы вот это... После высыхания он становится немножко другим оттенком. Вот эта синева уходит на второй план. Тоже интересный эффект получается. И вот просто спрей. Смотрите, какой яркий. Какая у него укрывистость. Еще что могу от себя порекомендовать, это вот такие капельки. Их можно использовать по назначению, делать, да, объемные элементы, объемность у них как бы отличная, да, вот он сейчас таким объемом остался, он таким и высохнет, ну, для тех, кто, ну, там, по контуру рисует и всякое такое, вообще крутейшая штука. Но еще кроме этого я люблю ими делать брызги, да, разноцветные, то есть я беру какую-то часть этих дропсов, разбавляю их водой и уже как бы как обычный акрил брызгаю. Чем это лучше? Тем, что капельки более плотные, чем разбавленным, да, водой акрилом, и они такие объемные получаются у этих капелек. Еще дропсы есть вот такие, как бы золотые они с блесточками. Ими, конечно, капельки не сделаешь, но можно
вполне делать вот такие. Им, конечно, брызги не сделать, ну, хотя я не пробовала, может быть, и можно, зато можно вот такие вот капелюшечки сделать, как акцент в работе на цветочках и всякое такое. Дальше у них, конечно же, есть акриловые краски. Это у них несколько линеек, у меня не все. Я не брала глянцевые, у меня вот есть матовые, пастельные, моя самая любимая линейка, я просто обожаю такие цвета пастельные, перламутровые, да, с перламутровыми частичками, и металлики. Вот, высушила я феном немножко, у меня растекся синий спрей, но как бы хотела показать, какая перламутровость, да, смотрите. Вот они так перламутровые, спреи сияют очень здорово. Так, у меня есть вот один чистый пальчик, я потру. Вот, смотрите, ничего на нем не осталось, да, он не блестит нисколечки. Вот эта перламутровость, которая после высыхания проявляется, она никуда не девается. Вот спрей баклажан, который я хотела показать. Очень интересный получается эффект, и такой насыщенный синий, и сверху вот этот металлик, очень крутой, бордовый, и тоже он остается на месте, никуда не девается, что очень круто, и я считаю, что это как бы, ну, говорит о качестве изделия. Ну, в принципе, на этом я попрощаюсь с вами. Это все, что я хотела сегодня показать. Тем, кому интересно, как использовать сухие пигменты, я сняла ролик. Заглядывайте, смотрите. Всем пока-пока, до новых встреч!